В этом году в округе будет продолжена программа по капитальному и текущему ремонту объектов сферы здравоохранения. Одним из таких является хирургический корпус Одинцовской областной больницы. Программа ремонта входит в пилотный проект по Московской области «Модернизация системы здравоохранения» как первичного звена, так и стационаров. После завершения работ жителей ждет обновленное медучреждение и современное оборудование. Общая площадь хирургического корпуса – это 7800 квадратных метров. Работы, как я уже сказал, будут себя включать помимо внутренних, и то, о чем я не буду останавливаться выше, это, естественно, и фасад, это и кровля, замена лифтов. То есть практически останется основание корпуса. Все остальное с точки зрения общего строя, строительно-монтажных работ – будет абсолютно новое, ну и практически по видам работы, объемам, это своего рода реконструкция здания. На время ремонта хирургический корпус из Одинцова переедет в другие структурные подразделения Одинцовской областной больницы, а часть в отремонтированный операционный этаж горбольницы номер 45 в Звенигороде. При этом глава округа Андрей Иванов поручил своим ответственным замам держать на контроле ход выполнения всех ремонтных работ. Важно с самого начала фиксировать и сроки, и отслеживать те графики, которые будут нам каждым подрядчиком предоставлены. Если будут какие-то сбои с оплатой, с поставщиками материалов или оборудования, еще какие-то проблемы, сразу сигнализируйте. Кроме того, текущие работы по ремонту объектов здравоохранения пройдут в трех поликлиниках – в селе Никольское, на улице Керамика в Голицыне и в поселке Санатория имени Герцена. Изменения произойдут и в двух амбулаториях – в Кубинке-1 и в Ершове, а также в фельдшерско-акушерском пункте в селе Уборы. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».